Подготовка к национальному отбору на детское Евровидение ведется на главной ледовой арене города Алматы. Какое шоу обещают телезрителям, организаторы расскажут наш следующий сюжет. Халык-арена готовится к финалу республиканского отбора конкурса «Детское Евровидение». На несколько дней здесь прекратятся ледовые сражения и стартуют сражения музыкальные. Пока же режиссеры и постановщики заканчивают решать технические вопросы. Организаторы обещают, финал республиканского отбора станет по-настоящему ярким, захватывающим шоу. Через несколько дней встанут сюда наши огромные конструкции, очень красивые декорации. И начнется, как говорится, самая основная подготовка, где все репетиции, которые мы делали локально, мы развернем уже вот в таких масштабах, где у нас будет рисоваться специальный свет, выноситься под каждый музыкальный номер реквизиты, декорации. Пока же репетиции юных финалистов проходят в танцевальных залах. Ледовый дворец вмещает не меньше 3000 зрителей. Они вместе с жюри и телезрителями и будут решать, кто же отправится на главную сцену Junior Eurovision. Мы со своей стороны поможем детям подать свой материал в полной, значит, отдаче, чтобы выбрать того самого достойного ребенка, который будет защищать честь нашей страны уже на международной арене. В этом году это будет происходить в Минске. 10 финалистов национального отбора исполнят свои уникальные композиции в прямом эфире. Гала-концерт будет транслироваться телеканалом «Хабар» 22 сентября. Следите за анонсом. Ирина Камышова, итоги дня, Алматы.